Здравствуйте, меня зовут Евгений. Я болею за крылья Совет уже 17 лет и не пропускаю ни одного домашнего матча. Теперь мое увлечение разделяет мой сын, но взять на стадион я его с собой не могу. Каждый раз, когда играют крылья, мы с подругами собираемся дома, чтобы посмотреть матч. Но говорят, что на стадионе гораздо интереснее болеть. Мы хотели бы это проверить, но пока не можем. Дорогие друзья, на наши матчи всегда ходит много людей. Нам очень приятно, что среди болельщиков много детей и девушек. Их могло бы быть еще больше, но повлиять на это может только каждый из нас. Это очень просто. Нужно всего лишь сказать «нет мату на трибунах».